И вот там вот метров где-то 150-200 с правой стороны у меня было больше всего находок по наконечникам. Есть сигнальчик, друзья. Друзья, хожу немножко на стреме. Сейчас Тёмыч по рации передал, что два кабана пошли в мою сторону. Вот, кстати, давайте я вам покажу настройки, с которыми я хожу. Приехал Колян, хочу посмотреть, он нашел заколку, то ли скифскую, то ли ранний железный век. Погодка просто замечательная, декабрь месяц. Прикиньте, 5 декабря у нас. Друзі, рекомендую перевірений магазин пошукової техніки «Фортуна». Магазин «Фортуна» – це широкий вибір офіційних металошукачів від відомих брендів. Великий вибір пошукових котушок будь-яких марок, пінпойнтерів та аксесуарів для пошуку. Продавці професійно підберуть металошукач під ваші фінансові можливості, проконсультують та нададуть поради в подальшому використанні. В наявності пошукова техніка на будь-який смак не тільки для новачків, але й для професіоналів. Обирайте свій металошукач, і «Фортуна» буде на вашому боці. Посилання на інтернет-магазин та офіційну сторінку у Facebook в описі під відео. Друзі, всім привіт! Це новий випуск каналу «В поисках золота Україна». Вибрались ми в очередний раз покопатися по скіфам, поки наші ліса сильно не замело снігом. Отошли от машини минут, наверное, 5 назад. Тёмыч пошел в одну сторону, я в другую. Немножко разошлись, раскручиваем место. Раскручиваем место от того, где мы искали раньше. Мы ушли дальше вглубь леса, продвигаемся по буграм. И есть находочки. Тёмыч нашел наконечник, у меня тоже есть находка. Сейчас вам покажу. Перед тем, как показать находку, хочу сказать всем, перед тем, как, ребята, продолжить просмотр, обязательно подпишитесь на канал. Также передаю привет группе в Вайбере Cop.ua. Ребята, вам всем привет. Спілки блогерів України, Полісся ЗТ, Поділля Захід, Тустань. Друзі, вам всім огроменний привет. Смотрим находочку, друзья. Находочка, друзья, у нас уже, можно сказать, рядовая для этих мест. Наконечник скифский, семечко обломанным кончиком. В общем, находка. Тёмыч тоже нашел наконечник, говорит, классный. Подойдем потом попозже к нему, посмотрим. Я, кстати, те наконечники, которые выкапывал раньше, в одном из них вот здесь вот было такое уже перегнившее дерево, спрессованное в бумагу. Получилось за 2000 лет. Получилось дерево бумага. Ходим мы вот в таких вот замечательных местах. Здесь идет бугорочек, наверх поднимается. И этот бугор вот там вот дальше. Видно, когда-то тек ручей, потому что идет такая низинка вниз. А мы обследуем вот этот вот бугор, и он дальше продвигается, этот бугор, туда. И вот там вот метров где-то 150-200 с правой стороны у меня было больше всего находок по наконечникам. В общем, будем тут ходить топтаться. Смотрите, я пошел искать дальше. Друзья, кручусь я все в тех же елках. Смотрите, вот здесь вот я выкопал первый наконечник. Было еще несколько сигналов, дробь всякая. И вот есть второй, друзья. Второй. Тоже семечко. Семечко классное тут такая. Смотрите. Видите, тут такие шипы на концах. Крутяцкие находочки. 2000 лет. Прикиньте. Пролежал в земле и ждал, когда его найдут. Берем наконечник. Наконечничек. Берем, идем дальше искать. Сейчас буду планомерно выбивать вот этот вот весь райончик, выше, ниже, и буду продвигаться вот в ту сторону. Смотрите, друзья, я дальше искать пошел. Есть сигнальчик, друзья.
бьет 94. Сейчас примастырю куда-то камеру и попробую для вас его онлайн снять. Дробинка, друзья, дробиночка маленькая, прикиньте, обила как наконечник. И вот такая вот мелочевка вылазит. Идем дальше искать. Друзья, хожу немножко на стреме. Сейчас Тёмыч по рации передал, что два кабана пошли в мою сторону. И что-то я слегка подбздюкиваю, если честно. В общем, есть у нас сигнальчик, сейчас посмотрим. Есть сигнальчик, друзья. VDI ничего не показывает. Кстати, давайте я вам покажу настройки, с которыми я хожу по скифам. Значит, поехали. Дискрим минус 6,4. Полифония стоит у меня. Чувствительность 97. Частота 28,8. Сдвиг частот не стоит. Дальше. Громкость железа 2. Скорость 1. Шумодав минус 1. Громкость слабых 7. Звуковая перезагрузка 2. Метку не трогал. Значит, и по грунту. У меня стоит отслеживание. И вырезка грунта стоит 87. Чувствительность 6. Вот такие, друзья, настройки. Давайте сейчас выкопаем сигнальчик. Посмотрим, что там. Ha ha ha.
я не могу его найти. Странно. Какая-то фигня вообще. Какая-то ерунда, друзья, даже не нашел, что там, какая-то мелочевка. Друзья, иду к пацанам. Приехал к нам Коляныч, он был в другой стороне леса. Блин, паутина. Прикиньте. Сейчас я, мне тут недалеко, метров 50 идти. Приехал Колян, хочу посмотреть, он нашел заколку. То ли скифскую, то ли ранний железный век. Хочу глянуть на заколку и сразу посмотрим. Тёмыча наконечник, говорит, классный наконечник нашел. Так, и что-то я вот иду сейчас по дороге. У меня получается, я копал сейчас слева. Нашел два наконечника. И дальше стал продвигаться. Пока ничего. Я вот думаю, может мне пойти правее от дороги попробовать. Потому что здесь на дороге Колян тоже находил наконечники. В общем, надо искать. Искать. Где-то зацепиться нужно. Кабаны шастают по лесу. Тёмыч, ну тут кабанячих следов нету. Тут нету, они не туда пошли, они пошли правее, вот так, туда. Собаки только. Туда пошли? Туда пошли. А, ну, ты а ты где? Пошел или нет? Не, я вот там вот ходил, а, вот сзади. Я думал, ты в эти не, я в эти не ходил. Давай посмотрим, что ты там нашел. Сейчас глянем. Колян, привет. Привет, Серега. Привет, друг, привет. Давай, показывай свою заколку, сейчас посмотрим. Ты врешь, вот. Это не скифские пуговицы, это какая-то. Это хуторщина. Тоже скидская, да, это тебе подарок. Спасибо, не надо. Я вот здесь тебе положу. Вот это налазил там. Ой, какая. Какая. Она что же, смотри, с этими, да? Царапинами, да. С орнаментом. Ну, Колян не может, бля. Он уже ковырялку сделал с ней, понял? С такой слой патины, бля. Зачем ты ее испортишь? Нет, не испортил. Это победитовый наконечник, видишь на ней? Да, да, да. С дырочкой заколка, да, скифская или ржавешная, наверное, скорее всего, я думаю. Ну, в этот раз хоть красавец не погнул. Да. Ну, маленькая просто, не попала. Да, да. А это накосник. Накосник, да. Тоже там снизу, накосник. Вот это, в соснах, тех сосенках. Легенький такой. Да, заколка шикарная. Блин, Тёмыч классный, офигенный. Кстати, нак, видишь, как они его сточили? А, кстати, да, может он точился, но ту и да, видишь, потому что у меня такой же такая. Тоже, да, сточенный. Это видно, он был обломанный носик. Был такой же, как у Тёмыча. Смотри. Колян, не матерись. Простите, дети. Вот, смотри, это же был такой в натуре. Думаю, что я эти семечки нахожу? Не, ну он не такой был, у Тёмыча да, вообще так, шикарно. Не, это понятно, да, ну смотри. Да, с дырочкой. Видишь, он тоже был с такими этими. Блин, Сереж, что я раньше не... Не, он был семечкой, просто где-то видно был обломанный да кончик, семечки. И они его смотри, заточили. Вот эта фигня, видишь, вот? Это вот такие же штуки, как у Тёмыча. Да вот, нет, видишь? Это семечка, Колян. Да нет, говорю. Смотри, это сточилось, видишь, потому что идет прямо, а потом резкий излом вот здесь. Они заточили, затачивали его. Может быть. Короче, он заточенный. У тебя, Тёмыч, вообще шикарный. Вот это вообще, блин. Почему я не могу найти всякие... Ц-
Слышишь, ничего себе, заколку такую нашел шикарную. Не, такие наки. Не, наг... вот. Да. Я где-то уже штук 7 здесь нашел, и все вот такие семечки. А у меня вот такие попадались тоже. Ни вот, одного нормального. Это он бил, конечно, классно, да? Шикарно бил. Эти и бьют фигово, и блин. Дай мне еще заколочку посмотреть. Заколка, да, Бомбей. Бомбей. Крутяцкая. Держи. Я думаю, что оставь ее лучше в машине. Ты сейчас в кармане там где-то присядешь. А, в бочину тебе как засадит, короче. Так, что мы, пьем чаек? Мы уже попили. Смотри, Тёмыч, я вот здесь вот спустился, вот сразу за елками. Такой начался более-менее маломальский лес. Выкопал один наки, рядышком сразу второй. Вот здесь семечки. На дороге наки, вот там елка по наку. Вот там вот, да, дальше, да, далеко. Вот, елках, вот здесь в елках дальше, там спуск такой, я прям вот походил уже. Во, вот я начал туда вот так вот продвигаться и как бы и кинул, сейчас пойду, наверное, дальше. Банака, я там, в ту я там сторону. Ну, вы все там полазили, но я еще два нашел. Не, ну нак это такое. Ладно, хорошо, пьем чай, идем искать. Друзья, тут Артем взял, кстати, находку с предыдущего весеннего копа. Как вам? Там еще гвоздик есть? Да, там. Я не видел. Да, наконечничек. Я думаю, что это ржавешное что-то, Тём. Мне что-то так кажется. Не знаю, не знаю. Но кайфовый, конечно. Такой, не маленький. Шикарная вещица. Да. Класс. Это он у тебя в дистилляте отмокал, да? Это ты его угрел лопатой, да? Да. Да. Сложно не промахнуться было. Ну да, такой не маленький. Вот такая находка, друзья. Друзья, докладываю обстановочку. Вот там вот за моей спиной метров 10 идет дорога, вот так вот. Я ходил с той стороны дороги, выкопал там два наконечника. Прошелся до конца, там дальше, видимо, озеро было какое-то. Уже пересохло и растут молодые березы на дне этого озера. Перебрался на эту сторону дороги и иду вот так вот вдоль склона холма. Продвигаюсь на юг. Есть у меня находочка, сейчас покажу. Думаю обследовать этот район и выйти за молодыми соснами с той стороны дороги, пойти там, где Тёмыч нашел наконечник. В общем, пока буду продвигаться в сторону юга. Смотрим находочку. Находочка, друзья, как всегда, наконечник семочка. Сейчас Тёмычу по рации передам. Он где-то там ходит. Тёмыч, прием. Прием. Тёмыч, у меня семечко. Принял, я ниже тебя тут по спуску. А я пошел от дороги левее, получается. Если от машины идешь вдоль дороги сюда вниз, я пошел налево. Да, я понял. А вон, друзья, наша машина, кстати, стоит. Вот ее видно. Машинка за кустами там, за деревьями. Ладно, друзья, берем наконечник и будем продвигаться сейчас вот дальше по вот этому вот. Тут такой как склончик идет вот так вот вниз, по этому склончику пойдем туда, в ту сторону, смотрите. Входим мы, друзья, все там же, значит, смотрите. Вот здесь вот я выкопал наконечник только что. Спустился немножко ниже. Хороший четкий сигнальчик. И вот еще один. Как вам такое событие? Смотрите. Оп. И вот след от него остался. Лежал 2000 лет. Семечко. Что-то больших нету наков.
хочется больших, красивеньких. Семечко. Сейчас Артему. Тёмыч, прием. Прием. У меня еще один наг. Принял, красавец. От дороги с другой стороны. Может, иди сюда, тут полазишь. Право от дороги? Ну смотри, если вот так, как мы ехали, парковались, еще прямо дорога идет и с левой стороны от дороги. Не там, где я вот сейчас копал перед тем, как чай пить. О, я тебя слышу, ты где-то недалеко. Я понял, я тоже, по-моему, слышу тебя. А ну крикни. А я вот. Оу! А ну еще раз не уловил. Оу! Бил. Ну вот сюда иди, в эту сторону. В общем, Артем сейчас придет еще. Походим здесь вместе. Берем наг. Идем дальше искать, друзья. Иду себе, друзья, такой иду, гуляю. И смотрите, что я вижу. Та-да-да-дам. Соль. Соль. Прикиньте. Положили кусок соли лосям или кому-то. Лижут ее. Видите, языками повылизывали. Прикольно. Здесь тоже. Кусочек соли положили лесники. Вот так вот. Что-то не видно. Только лосей. Соль есть. Ну, я думаю, что придут и поедят соли. Обследую я вот этот вот райончик, друзья. И продвигаюсь в ту сторону. Идемте искать, хочется наконечников еще накопать. Друзья, иду к Артему, у него есть какая-то интересная находочка. Сейчас посмотрим, что там. Какая-то накладочка, и вот в 2 метрах что-то там. Голубь какой-то, не? Прикинь. Уточка. Какая-то уточка. Кстати, ихняя что-то? Ну, ихняя, да. Это цветное же, да? Угу. Это какая-то серьга, я думаю. Я тоже думаю, серьга. Класс. Это... Накладка бы сзади таких двух. Амулет-пропеллер. Карлсон. Вот эта штука классная. На свет где-то вынести. Офигенная. Да, наверное, серьга. Прикинь, такая птичка. Крутяцкая. Крутяцкая. Класс. Держи. Идем обедать, Тёмыч. Да, идем. Согласен. Идем, друзья, обедать. Мы недалеко от машины. Сейчас к вам развернусь. Идем, друзья, обедать. Солнце светит, ничего не видно. Идем обедать, в общем. Мы недалеко от машины. О, вот так вот. Недалеко мы от машины. Нам тут метров 20 пройти. Сейчас через елки проберемся. О, хотел вам показать, кстати. Смотрите, какие тут камни. Видите? Камни. С отверстием внутри. Не знаю, что там видно вам. Отверстие там внутри, в общем, есть. Это, наверное, были... Почти не упал. Наверное, столбы были. Я думаю. Потому что их тут вон еще один. Вот. Видите, еще один. Каменюка. Здоровенная. О. Там вот такое вот. Внутри. Это. Видно, не видно. Отверстие, в общем, вон внутри, там в камне. Так, идем. Сейчас пообедаем. Еще будем здесь же, в этом же месте, выхаживать. Находки есть.
находки интересные. Солнце отсвечивает, ничего не видно. Что там, Тёмыч? Тёмыч что-то, по-моему, говорит с кем-то по телефону. В общем, сейчас покушаем и пойдем искать дальше. Все находки были на вот этом вот перекресточке со всех сторон. Вот там вот сзади за моей спиной Артем нашел классного наконечника. Я уже возле машины, друзья. Все, сейчас накрою полянку и поедим. Погодка просто сказка. Будем ходить искать. Ходим мы, друзья, все недалеко от машины. Есть находочка. Смотрите, какая-то скифская шняга вывалилась. Что-то было. Может, какая-то бубенчик какой-то. Ну, уже мы это не узнаем, что это было. В общем, вот такая вот била. Просто шикарно. Интересная штука. Может, какая-то заколка была. Ну, вставлялась сюда какая-то заколка. Не знаю. Не знаю даже, что вам сказать. Находка, в общем, одним словом. Находка. Хочу обследовать вот этот вот райончик. Я ходил, значит, вот там за машиной, за бугром. Потом оттуда пошел вот так вот по... За этими елками идет склон в ту сторону. Прошелся, пошел так вот до конца елок, дошел, вышел на эту сторону, тут дорога идет вот здесь вот. Вышел на эту сторону дороги и передвинулся сюда. И вот, пожалуйста, сопутка полезла. Ладно, друзья, смотрите, погодка просто замечательная. Декабрь месяц. Прикиньте, 5 декабря у нас. Красота. На улице тепло, даже жарко. В общем, похожу здесь. Похожу, поищу. Смотрите. Друзья, подошел к Алину. Ходим мы, чуть-чуть сместились по бугру, пошли вверх. Есть у меня находочка. Смотрите, наконечничек выпал. Только в старый лес зашел, вышел. Смотрите, вышел вот с такой вот травы. Первый сигнал. И вот, пожалуйста, находка. И Коля нашел два наконечника. Вот, видите. Так что надо ходить. Будем ходить. А ты куда хочешь пойти, Коль? Там перепашечка глянуть. Там небольшая возвышенность, ну очень небольшая. Можешь что-то, керамику посмотреть, свежая перепашка такая. Я так вот шел, смотрел, мне кажется, что вот там вот такой бугор. Это кажется так. Там нету, чуть-чуть, да? Чуть-чуть возвышенность, там перепашка, сейчас глянь. Там... Тут просто чуть опускается, там капельку поднимается. Как-то очень оно так все раскидано, да? Очень раскидано. Ну да.
Ну, надо цепляться где-то. Вот зацепился, сейчас будем тут ходить. Наконечник, друзья. Наконечничек. Хорошенький. Берем, идем дальше искать. Колян пошел в разведку. Друзья, смотрите прикол. Это вот наши машины стоят. Колян ко мне идет. У меня тут был сигнальчик на выходе. И есть семочка. Прикольно. Ты лучший. Я уже хотел пройти, такой думаю, та фольга какая-то. Думаю, да не, копнул. Правильно. Прикинь. Это было правильное решение. Сигналы все надо копать. Ты просто стакан семечек налил. Ну не стакан, но штук 5, наверное, нашел. Находочка. Что, переедем куда-то, да? Куда переедем? Туда, там дровосеки какие-то, может туда не поедем? Главное, что там хомосеков не было. А дровосеки ничего страшного. Согласен. А при чем тут дровосеки? И что? Ничего страшного. Хочешь, поехали на Волыке? Туда, там, где мы заезжали, да, в лес? Да, далеко от воды, правда. Ну, блин, мало ли. Ну, я бы туда поехал, честно. Ну, просто, я не знаю, если мы судой, мы как-то проедем туда? Может, попробовать по этой дороге же и ехать дальше? Ну, да, да, я думаю, что она все дороги идут. В Рим. Да. Великую Скифию. Ладно. Меняем место дислокации, друзья. Солнце еще у нас относительно высоко, но... Колян, я думаю, мы еще часик поуходим, не больше. Давай, может, ну, посмотрим, давай. Ты сейчас на что-то такое наступишь, ты еще будешь играть. Давайте, походим. Ну, не знаю, не знаю. Хорошо, добро. Едем дальше, друзья. Переехали мы, друзья, еще проверить одно местечко. Интересные бугорки. Вот за моей спиной бугор. И вот так вот он тянется, тянется, тянется. И по кругу идет, выходит опять на эту же дорогу. Интересное место. Но, к сожалению, никаких находок здесь нету, кроме дроби, гильз и пуль. Иду я, в общем, друзья, к машине. Уже вечереет. Я думаю, что на сегодня наш поиск уже будет завершен. Хорошие здесь места в лесу, конечно. Хорошо покопали. Хочется подвести итоги. Раскрутили мы место по скифам. И вам, я вам скажу, что все находки были по склону бугра. Он тоже идет так неравномерно. Один бугор переходит плавно в другой. Дальше в третий. И по всему этому бугру расстояние где-то, ну, километр протяженность этого бугра были наконечники скифские. Славненько мы покопали. Это у нас четвертый выезд уже по скифам в этот же лес. Хорошие места, интересно. Надо будет еще дальше раскрутить, попробовать это место в другую сторону. В ту сторону, откуда мы начинали копать вообще этих скифов в этом лесу. В общем, это уже будет наша следующая экспедиция. Попробуем походить ближе к реке и пойдем в другую сторону от места нашего постоянного копа. В общем, смотрите, какие места. Сейчас вам покажу. Здесь, наверное, скорее всего, даже не скорее всего, я уверен, что здесь тек ручей. Вот тек ручей и бугорочек, видите? Сзади за моей спиной бугорочек. Это были берега. Вот я сейчас стою на дне ручья. Вот такая вот тут, видите, дорога. Камера, конечно, не передает все рельефы, но места очень интересные. Ручей был 100%, даже сомнений никаких нету. Может, даже озеро здесь было, потому что четко выраженные берега. И вот этот вот бугор, который за моей спиной, он вот так вот тянется и идет туда. Скорее всего, я думаю, что здесь было озеро. И мы вот это озеро пробивали. Не озеро само, а берега, которые вокруг озера.
вообще места шикарные. В лесу хорошо. Погода сегодня вообще замечательная. Где-то плюс 5 было на улице. И снежок растаял. Ходить шикарно. Пришел я к машине. Светики. Какие шикарные места здесь. Просто бомбей. Сейчас я вам, друзья, находочки свои покажу. Итак, друзья, находки. Накопал я немножко гильз. 4 пули. Вот это вот. Ой, стоять. Вот это вот, по-моему, от шпоры какая-то штука. Что, фокус есть? От шпоры. В общем, не суть. Еще кучу дроби накопал, но и вам не показываю. Я ее прикопал. В общем, и 6 наконечников. Вот такая вот штучка какая-то. Это просто кусочек какой-то бронзы. О, Артем идет. Темыч, покажешь, что ты нашел сегодня находочки? Конечно. Давай, показывай. Я вот вывалил. Ничего тут нету, да? Вообще галя. Проверили мы бугры, друзья, и ничего тут нету. Такое место, конечно, шикарное. Я думаю, что здесь озеро было, Темыч, внизу. Тоже похоже, да. Скорее когда всего. Трава растет, как болотная такая. Болотная, да. Да, хорошие места, видишь, но не везде, не все коту масленица, не на каждом бугре это скифы. Точно. Так что надо продолжать поиски. Я думаю, что надо в ту сторону раскручиваться, еще пробовать туда к первому бугру и чтобы это по буграм идти. Покладывай. Где? Тут целая, короче, инсталляция. Ага, уже темно, блин, камера не фокусируется. О. Вот этот нак у тебя, конечно, шикарный просто. Наконечник просто. Огонь. Огонь, да. Просто что нашел в средневековье? С дырочкой. Ты же знаешь, да, что они ими не убивали? А... Да, это для яда, оказывается. Парализовывали. Я думал, это свистящие. Парализовывали, чтобы взять в плен. Так, сережка шикарная. Серега, конечно. Серега, голубь. Слушай, а были же тогда голуби, да? Думаю, да. Ну да, были. Да. Скиф и звериный стиль. Это пума, да. Такая патина вообще. Крутяк. Держи, я сейчас зафоткаю. В Инстаграм выложу. Вот такие вот, друзья, в общем, находочки. Всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще, я надеюсь, экспедиции в этом году. Еще увидимся. Всем удачи, друзья. Всем пока.